Мужчина по имени Роберт около месяца назад получил звонок, которого не ждал. Ему сообщили, что его любимый кот по кличке Чебон был жив. Конечно, человек пребывал в шоке, поскольку его питомец пропал около семи лет назад. В то время семья мужчины переезжала из Калифорнии в Агаю. Роберт даже отложил переезд, чтобы разыскать любимца, но спустя год тщетных поисков понял, что ему нужно двигаться дальше. Человек готов был сделать все, что угодно, чтобы только вернуть Чебона. Но прошло семь лет, и Роберт уже не надеялся когда-либо увидеть кота. А потом случилось невероятное. Неравнодушная женщина заметила на обочине дороги тощего и больного на вид кота. Она пожалела беднягу и решила отвезти его на осмотр к ветеринару. Кроме того, что Мурлыка оказался грязным и исхудавшим от жизни на улице, проблем со здоровьем у него больше не было. Когда ветеринар обнаружил микрочип у кота, он узнал, что ему уже 19 лет. Кроме того, выяснилось, что питомец принадлежал Роберту. Люди тут же связались с мужчиной, а тот поспешил взять билет на самолет до Лос-Анджелеса, чтобы забрать любимца. Когда человек и кот встретили друг друга впервые за 7 лет, все присутствующие едва сдерживали слезы. Чебу он выбрался из ящика обнял лапками плечо Роберта, словно почувствовав, что наконец в безопасности. Мужчина начал плакать, не выдержав нахлынувших чувств. Сейчас кот вернулся домой и проведет остаток своих дней рядом с любимым человеком, который больше никогда и никуда его не отпустит. Спасибо за уделенное внимание. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. До новых встреч!